рамках работы микс-площадки «Тандаус-Изде» была организована встреча с работниками спасательного подразделения города Житикары. Спасатель – очень нужная и важная профессия. Именно они приходят на помощь населению при стихийных бедствиях, наводнениях, пожарах, авариях, чрезвычайных ситуациях. Спасателями была организована встреча на высоком уровне. К профессии спасателя относятся несколько специализаций – водитель, альпинист, верхолаз, водолаз, медик и другие. На ребят большое впечатление оказала техника, снегоходы, специальные машины, спасательные снаряжения, за которыми стоит большая история и множество спасенных жизней. Самый полный штиль и самый сильный ураган, темной ночью или ясным днем. Чтобы не случилось, мы придем на помощь вам, от беды спасем и пропоем. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых спасателей, пожарных, доблестных инспекторов. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе я тебя люблю, и опять поднялся до небес. Кто поздравит с днем рождения девушку свою, так как это сможет МЧС. Этим смелым парням и беда, и беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых спасателей, пожарных, доблестных инспекторов. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Он сквозь огненную стену без труда пройдет, для него преград не может быть. В сердце девушки любимой он огонь зажжет, лишь пожарный может так любить. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых спасателей, пожарных, доблестных инспекторов. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Любите, девушки, простых спасателей, пожарных, доблестных инспекторов. Бросайте, девушки, домашних мальчиков,